Я никуда не пойду. Да иди ты куда хочешь. Любящая семья, хорошая работа и роман с женатым боссом. Жизнь удалась? Как знать. Нашла себе тоже. Другого не было. Да таких, как он, вон, пруд пруди. Иди сюда. Ведь нечаянная встреча со странным незнакомцем заставит о многом задуматься. Для того, чтобы тронуться с места, машину нужно что? Подтолкнуть. Завести. Ты так, полевой цветок на обочине дороги. Сорвать да выбросить. Тебе муж нужен, а не любовник. Все не так просто, как ты думаешь. Все гораздо проще. Смотрите в эфире ННТВ мелодраму «Диван для одинокого мужчины». 22 и 23 июля в 11:05.